Они представляют различные факультеты, и точно так же совсем скоро вы можете оказаться на их месте, если в сентябре месяце поедете в числе 100 счастливчиков, которым это удастся пробиться, а времени очень мало, и поедут в школу студенческого лидера, в школу студ-лидера. Это школа на 2 дня с ночевкой, с огромным количеством заданий, но приезжают туда все довольны и сразу становятся лидерами в своей жизни и в своем обществе. Более подробно мы послушаем самих ребят, студентов военмеха. Но об этом попробуем послушать самих студентов военмеха. Всем добрый день! Мы, студенческий совет, помогаем вам развиваться, создавать, реализовывать ваши проекты. Наша задача максимально помочь вам адаптироваться к студенческой жизни. Сейчас я передам микрофон своим заместителям, которые расскажут, чем мы именно занимаемся. Может, каждый найдет свое направление и заранее может уже подойти и выбрать, что вам будет интересно. Также нас ждет масса интересных проектов. Один из них, повторюсь, это ежегодный проект «Студ-лидер», которая будет первой ступенькой вашей студенческой жизни. А дальше я передаю свой микрофон. Добрый день уже, дорогие первокурсники. Я являюсь заместителем председателя студенческого совета по направлению социальной активности студентов. Какие-то вопросы, может, есть еще что-нибудь? Вообще. Ну ладно. Спасибо. Всем добрый день. Спасибо всем. Меня зовут Алексей, я являюсь заместителем председателя студенческого совета по направлению студенческого самоуправления и студенческих инициатив. Если у вас какие-то появятся, может, также вопросы, ну я имею в виду потом, естественно, вопросы, идеи, проведения каких-либо мероприятий или участия в мероприятиях, обращаться ко мне, я всегда открыт для ваших идей. Спасибо. Всем добрый день, ребят. Меня зовут Величко Елена, и я являюсь заместителем председателя студенческого совета по направлению профессиональной компетенции и адаптации студентов. В общем, всех, кто сейчас пришел к нам, я доведу от начала до конца, точнее, наше объединение. Мы занимаемся встречами с работодателями, содействием трудоустройства, практиками, также работаем со школами. В общем, я могу сказать только одно. Будущее начинается с нами. Приходите. Всем привет, меня зовут Владислав, я руководитель патриотического клуба «Союз». Все реконструкции, поисковая деятельность, все мероприятия патриотической направленности в нашем университете – это все ко мне. Я рад всем новым участникам, так что вперед! Всем привет! Давайте улыбнемся, давайте поприветствуем друг друга. Повернитесь направо, поприветствуйте вашего нового соседа. Давайте, давайте. И дальше налево. Вы знали, да, теперь? Вот так вы познакомились с ближним. Я председатель медиа-центра, я вам помогу познакомиться с нашим вузом и с нашим студенческим советом. Поэтому, также, если вам интересно рассказать что-то нам, мы вас всегда ждем, мы вам рады. Наверное, если бы я был на вашем месте сейчас, я бы про себя подумал, господи, сколько много свободных мест на этой сцене, я тоже хочу быть зампредседателя. У вас такая возможность есть, только нужно всего лишь навсегда подойти к Виктору Печерскому, сказать, я инициативный, я активный, я положительный, поэтому я хочу быть вашим заместителем. Председатель студенческого совета Виктор Печерский. Теперь о инициативах. Я знаю, что вы вроде подготовили подарки за уже первую активность тех, кто находится в зале. Кто о них скажет? Ребят, розыгрыш репостов видели все? Ну или частично? Еще раз. Круто. Мы 12 часов подводили итоги конкурса. Собственно, было только первое место, разыграно, так сказать, по 12 часов.
Сейчас объявим победителей, тогда третье и второе место. Третье место – Кирилл Матвеев. Есть он в зале? Кирилл получает скидку на толстовку и любую продукцию в магазине 50%. Плюс ручку, браслет. И футболку с символикой военмеха. Второй победитель, второе уже место получается, Кирилл Ульянов. Также футболка с символикой, ручка, браслет. Очень рад всех поздравляю с днем первокурсника, удачного учебного года. Факультет менеджмента. Ребята, еще такой два маленьких интерактивчика. Быстро делайте селфи, выкладывайте к себе на стену с хэштегом «Военмех лучше всех», и первый, кто три это сделает, получит подарки. Это вы хотите прямо сейчас или наградить попозже? А прямо сейчас, то есть к утру? Может, прямо сейчас, но мне кажется, что... Давайте пойдем дальше по программе. Хорошо? Договорились? Что, вы фотографируете? Вы уже последние, первый был я. Я же это все прописывал, у меня там телефон, там все за меня уже сделали. Вы хотите к вам? Ну, давайте очень быстро, тогда вы присядьте, вы привстаньте, мы будем все вместе. А, получилось? Замечательно. Ну что, спасибо большое студенческому совету.